Можно торговать хоть одним долларом, продавать его, покупать. И комиссия будет 0,035%, но не менее 1 рубля. То есть, чтобы выполнялось условие 0,035%, достаточно торговать суммой, ну, чтобы одна сделка была от 40 долларов и выше. Можно, конечно, 5 долларами торговать, 10, одним, но тогда получится комиссия в процентном выражении большая. И, например, если вы продали 1 доллар по 79 рублей, то чтобы выйти в нули, нужно будет купить доллар по 78 рублей, потому что целый рубль комиссии будет. Вот, поэтому 40-долларовыми пакетами можно запросто, ну, как бы играться на бирже. У кого денег нету, но танчики Dota 2 и прочее отстой надоел, хочется стать, ну, хочется перейти в мужские игры, не в мужские, а во взрослые игры, которые чему-то учат, могут быть в дальнейшем полезны. Вот, для этого надо зарегистрироваться в брокер открытия и перевести деньги на фондовый рынок. И в фондовом рынке есть такая возможность, инструмент ОТС, валютные торги ОТС. Тут выбрать график, тут набрать валютные торги от ОТС, потом биржевой стакан тоже выбрать. И все, можно торговать. Тут вот не забыть поставить код клиента, счет, количество лотов в одной заявке. Вот. Но так как у вас количество денег будет меньше 50 тысяч, то каждый месяц с вас будут удерживать комиссию за ведение счета. Где-то 200 рублей примерно. Чтобы этого избежать, в конце каждого месяца вы все деньги с брокерского счета переводите на в банк открытия. Там комиссия составляет 10 рублей за вывод с брокера открытия в банк открытия. Обратно из банка на брокера комиссия отсутствует. И получается вы, ну, надо подгадать, то есть если 31 и 30 число выпадают на выходные дни, то лучше в пятницу переводить, выводить или в четверг. И когда у вас на счете 0 рублей, то комиссию не удерживают. Даже потом, когда вы... Но они не злопамятные, они не запоминают, что вы там должны были. То есть в следующем месяце вы заносите деньги. Они вас прощают и комиссию не берут. И таким образом можно играться. Так что пробуйте. Вот я, смотрите, сначала 1 доллар купил, потом 1 доллар продал, продал. Вот. Видите, количество 1, это 1 доллар. Потом посмотрел комиссию, 1 рубль, невыгодная. И начала уже вот 40-долларовыми пачечками, чпок-чпок.
А так как у меня $300 на счету, то можно вот так усредняться. Можно вот заявку передвинуть. Чувствуете, что дальше пойдет. Так, передвинули. Заявку ждете, когда она там. И посмотреть можно потом вот здесь свои заявки. Тут вот купля, продажа пишет. Можно их снимать, если не понравилось. Где тут активные? Это у меня вот активные. Можно снять заявку. Создать заявку — это клавиша F2. Вот тут все прописываете. Код клиента обязательно надо ставить. Сразу показывает, на что. Ну, это с кредитным плечом тут показывает, сколько вы можете с плечами купить. Показывает. Так что дерзайте, задавайте вопросы. Всем пока.